В Башкортостане определили 51 территорию, которая идеально подходит для создания техно- и индустриальных парков. 19 из них уже готовы к регистрации. К ним проложены дороги, инженерные сети, земли поставлены на учет как промышленные. Площадки находятся в Кумертау, Нефтекамске, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, а также в Белебеевском, Благовещенском, Кушнаренковском, Туймазинском, Уфимском и Учелинском районах. Так, в Салавате под технопарк рассматривается площадка бывшего оптомеханического завода. А в Уфе на базе «ПромЖД Гарант» и на территории бизнес-парков «Астра» и «Полимак». Площадки планируют зарегистрировать до конца этого года. Здесь создадут порядка 1000 рабочих мест. Строительство индустриального парка «Нижегородский» и центра агротехнологий, а также развитие парков «Промцентр» и «Уфимский» обеспечат рабочими местами более 3000 человек.